Основы законодательства Российской Федерации. Постановка на миграционный учет. Постановка на миграционный учет. С момента пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение 7 дней встать на учет в территориальном органе Федеральной миграционной службы ФМС. Повторяем. С момента пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение 7 дней встать на учет в территориальном органе Федеральной миграционной службы. Постановку на учет делает принимающая сторона. Гражданин России, иностранный гражданин, постоянно проживающий в России, юридическое лицо, организация, которая пригласила на работу. Повторяем. Постановку на учет делает принимающая сторона. Гражданин России, иностранный гражданин, постоянно проживающий в России, юридическое лицо, организация, которая пригласила на работу. Государственная услуга по осуществлению миграционного учета предоставляется в день обращения. Повторяем. Государственная услуга по осуществлению миграционного учета предоставляется в день обращения. Тест. В течение какого времени иностранный гражданин должен встать на миграционный учет? А. 1 день. Б. 7 дней. В. 3 дня. Правильный ответ. Б. 7 дней. В какой срок предоставляется государственная услуга по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации? А. Через 7 дней. Б. Через 3 дня. В. Этот же день. Правильный ответ – В. В этот же день. Новые слова. Территория. Обязанность. В течение 7 дней. Принимающая сторона. Постоянно проживающий. Иностранный гражданин. Организация. Государственная услуга. Обращение. Спасибо за внимание. С вами была Юлия Ивановна. Смотрите другие наши уроки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!